Православные христиане уже в четверг будут праздновать День Святого Николая. В преддверии праздника детей из малообеспеченных семей пригласили в Успенский монастырь. Все ждут подарков. Особенно ждут их тем, которые лишены благ материальных, внимания. Это дети-сироты, дети-переселенцев с Донбасса, дети воинов АТО. И для них уже традиционно владыка митрополит делает такой подарок к празднику Николая. Для детей устроили сказочное шоу. Они вместе с аниматорами участвовали в конкурсах и викторинах, смотрели театральные постановки и рассказывали стихи на сцене. Свою премьеру представил и театр кукол. Спектакль основан на событиях, которые действительно произошли, что очень интересно. Когда девочка была спасена от смерти, благодаря тому, что святой Николай явился женщине и сказал: «Вот пойди туда-то, там будет этот ребенок, и возьми его к себе в дом жить». Этот праздник с нетерпением ждут все дети, потому что знают, святой Николай точно припрятал под подушкой что-то интересное. Вещи, игрушки, украшения и сладости. В Успенском монастыре царила атмосфера счастья. День святого Николая – это праздник, когда ребенок радуется, то, что ему подарил святой Николай подарок, и он очень счастлив. Святой Николай своим примером показывает, что нужно быть добрым, нужно помогать людям, и что счастье не в богатстве, что нужно помогать родным и близким и дарить своим примером счастье другим. Такие акции для детей из малоимущих семей Успенский монастырь проводит ежегодно. Кроме этого, Одесская епархия регулярно передает им вещи, продукты и оказывает финансовую помощь. Дарина Щеглова, Юлия Пальнова, телеканал «Репортер».